сыграл выдающийся композитор Загир Исмагилов. Он родился в 1917 году в ауле Сермен Белорецкого района. С детства научился играть на курае. Трудовую деятельность начал после окончания Инзерского лесотехнического техникума в леспромхозе. С 1934 года работал кураистом в Башкирском академическом театре. С 1937 по 1948 год он студент Башкирской студии при Московской консерватории. В 1954 году окончил и консерваторию. В 1954 году Загир Исмагилов закончил работу над оперой «Салават Юлаев», которая вот уже более полувека не сходит со сцены театра. Несколько раз она исполнялась и в Москве. Эта опера открыла новую страницу. Центральным героем оперы является Салават Юлаев, в ней звучат башкирские русские мелодии. Опера прославляет дружбу русского и башкирского народа. Партию Салавата Юлаева в разные годы исполняли Магафур Хисматуллин, Хабир Галимов. В 1963 году Загир Исмагилов по мотивам башкирского предания песни «Шаура» написал одноименную оперу. Опера повествует о горестной трагической судьбе башкирской женщины в далеком прошлом. В последующие годы им созданы «Волны Агидели» 1972 год, «Послы Урала» 1982 год о присоединении башкирских племен к русскому государству, «Акмула» 1986 год о поэте-просветителе конца XIX века, «Кахым Туря» 1999 год о герое Отечественной войны 1812 года и об участии башкир в этой войне. Всего Загиром Исмагиловым, кроме этих шести опер, были написаны музыкальные комедии «Кадаса», «Алмакай», балет «Шанкар», сотни песен, ставших народными. Загир Исмагилов – организатор и первый ректор Уфимского государственного института искусств, позже академии, которая носит его имя, профессор. Он воспитал целую плеяду молодых башкирских композиторов, таких как Рим Хасанов, Айрат Кубагушев, Абрар Абдрахманов, Нур Даутов. Загир Исмагилов – народный артист СССР, РСФСР и БАССР, лауреат государственной премии РСФСР имени Глинки, Республики Башкортостан имени Салават Юлаева, награжден многими орденами и медалями СССР и Республики Башкортостан.